Нет, ну, видишь, опять у меня новое мое привычное соблазнительное дело окопать это пруд лавовый. Ну, собственно, сейчас я этим и занимаюсь на твоих глазах, сенсационное действие. Но вот тут как, можно ведь запросто наткнуться на алмазы. Вот, видишь, вот этот редстоун, это хороший признак. Вот так вот. Вот теперь давай туда пробурим. Вон у меня там дырка. Ну видишь, он как бы небольшой прудик получается. Фу! Господи. Ужас, меня уже поднадоело в него падать, честно. Только что в предыдущем видео я опять свалился в лаву. А вот ты как хочешь. А ну завали, хайло. Блин, а как его теперь? Как его глушить? А вот если сейчас обойти сбоку, то она не будет хлестать. Вот отсюда, если обойти. Давай еще вторым слоем. Опасно, конечно. А, вон он, тут бассейн. Видишь как? Видишь как? Тише, тише, тише. Так, его надо оттуда выхлёстывать. Так, ну сюда она вряд ли затечет, конечно. Видишь, она туда дальше течет. Светло. Ну, чует мой дух, что здесь, наверное, обязательно есть алмазы. Но так вот я сейчас прозондирую на дальний выстрел. Видишь, пока не видно. Вообще, я бы, конечно, не связывался так с такие опасные взаимоотношения. Вот сейчас она начнет хлестать, и привет. Пока не хлещет. Ну нет, не вижу я. Не вижу я ни малейшего алмаза. Все, нафиг, давай сваливаем отсюда. Все, поднимаемся наверх и вообще сваливаем. Потому что сейчас эту пещеру осваивать опять, это все мне совершенно не нужно, не улыбается и нафиг. Там вот это я везде уже свет положил. Ну не везде, а как бы немножко обозначил. Побежим, короче, мы с тобой в обратный путь. Скучно мне стало, и буду там осваивать рецепты. Давай вот отсюда. Вот так. Вот. Там у меня, видишь, маяк. Ну и что, тогда побежали. Вот здесь лесенку надо поставить. Сейчас, чтобы это было здесь более по-человечески. Что-то. Блин, ну вот, в принципе, да, вот. Да, вот таким образом. Вот лесенка, вот лесенка. Все, мы побежали и побежали дальше. Все запыхается, конечно, быстро. У меня. Мой Стив. Его, кстати, зовут Стив. Мне написали. Давай, бежим. Так что Сиджим я его называю тоже, знаешь, по старой памяти. Вот. Видишь, какую красотищу. Ну, 3 минуты у меня началось. Сейчас посмотрим, сколько это займет у меня дорога назад. Собственно, по-моему, небольшая разница, мне кажется, с путем, с поездкой на вагонетке. Так, вот здесь бы, конечно, проложить лестницу. Давай заморочимся, чтобы уж у нас тут все было по уму. И потом... побежим дальше, ребятки, с большим успехом. А, вот он как хочет, да? Вот ты как хочешь. Ну, давай такой немножко здесь обходик. Ой, ну да, вот так вот сделаем обходик. Здесь даже вот так красиво замостим. Можно даже вот здесь вот так дозамостить.
И здесь мы что имеем? Тоже давай лесенки сделаем. Красивенькие, аккуратненькие. Такое постепенное повышение. Так, вот наш грандиозный лавовый водопад. На месте, никуда не делся. Во. Так, вот здесь я отлучался, тут гулял. Вот это, конечно, потрясающее место. Абсолютно. Вот. Абсолютно. Так, бежим дальше. Собственно, мы уже 3 минуты бежим. Так, здесь аккуратно надо не слететь с дистанции. И вот здесь, смотри, вон в ту сторону, если попросматривать. Что там такое? Что-то там синее. Спрыгнуть, что ли? Я думаю, что если я отсюда сигану, то, наверное, разобьюсь. Да, вот немножко вот отсюда. Так, там у нас коричневый кто-то ходит. Коричневый. О, давай отсюда я в воду сигану. О, хорошо. Прекрасно. Так, давай следующее видео.